природа Донского края, стихотворный монтаж «Природа, твой дом». Педагог Невадуева Елена Валентиновна. На свете нужны, и мошки не меньше нужны, чем слоны. Нельзя обойтись без чудищ нелепых, и даже без хищников злых и свирепых. И все на свете, и все подряд, кто делает мед и кто делает яд. У бела кошки без мышки, у мышки без кошки не лучшие единички. Если мышки это не очень дружны, то все-таки очень друг другу нужны. А если нам кто-нибудь лишний покажет, то это, конечно, ошибка окажется. Смотрю на глобуша. Вдохнул он так живой и шепчет мне: материки, ты береги нас, береги. Тревоги рощи леса, роса на травах как слеза, и тихо просят родники, ты береги нас, береги. Глубокая река свои теряет берега, и слышу голос я реки, ты береги нас, береги. Остановил свой бег, будь человеком человек, в тебя мы верим, не солги, ты береги нас, береги. Смотрю на глобус шар земной, такой прекрасный, родной, и шепчут губы на ветру, я берегу вас, берегу.